Добрый день! Смоленский блогер Евгений Гордеев, отставной полковник полиции. Я обращаюсь с этим открытым письмом к начальнику УМВД России по Смоленской области, генерал-майору полиции Валерию Александровичу Саржину. Уважаемый товарищ генерал, минула целая неделя со страшной, кровавой трагедией в деревне Кишкино Вяземского района Смоленской области, где неизвестными были зверски убиты две имеющие хозяина небродячие собаки Бетховен и Найда. Их неизвестный или неизвестные, привязав к снегоходу, несколько километров тащили по заснеженной дороге, а потом, когда собаки выбились, видимо, из сил, убили Найду, заметьте, выстрелом в голову, а Бетховена страшным смертельным ударом чем-то тяжелым по голове. Трупы бедных собачек бросили у дороги и скрылись. Бетховен принадлежал скончавшемуся при неизвестных обстоятельствах 13 января жителю урочища Кишкино, эко- и зоозащитнику, известному ученому и изобретателю Владимиру Александровичу Григорьеву, а Найда – местному жителю Павлу Викторовичу Костылеву, пригревшему у себя и осиротевшего Бетховена. Эта жестокая расправа над собаками весьма и весьма напоминает месть их хозяевам за их активную борьбу с браконьерами и черными лесорубами. Несмотря на поднятую волонтерами, зоозащитниками волну возмущения, Вяземская полиция до сих пор бездействует. Сотрудники полиции не выезжали на осмотр места преступления, не производили осмотр места происшествия, изъятия возможных доказательств преступления, не отвезли убитых животных на ветеринарную экспертизу. Зооволонтеры привезли в Смоленск, в Вязьме не стали делать и не опросили свидетелей и не предпринимают никаких мер к установлению подозреваемого по этому делу и привлечения в качестве виновного к уголовной ответственности. Между тем, местному жителю, активисту Павлу Викторовичу Костылеву продолжают поступать угрозы расправой вплоть до убийства. Между тем, говорят, что этим происшествием заинтересовался руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. И вполне возможно, что уже решается вопрос о принятие этого дела к производству в центральном аппарате Следственного комитета. А здесь у нас на Смоленщине пока нет ничего. И заявители по этому делу, заявители об убийстве собачек, ничего на сегодняшний день не знают о том, даже возбуждено ли уголовное дело. Уважаемый товарищ генерал, я от имени всех неравнодушных смолян и жителей Смоленска, и жителей Вязьмы и Вяземского района убедительно прошу вас принять все необходимые меры к тому, чтобы уголовное дело о жестоком обращении с животными, приведшим к их смерти, к убийству этих двух собачек, было возбуждено, надлежащим образом расследовано
и виновные в совершении этого зверского преступления были привлечены к самой жесткой максимальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Честь имею.